Вечер в формате немого кино – давняя задумка бессменного художественного руководителя Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Рустема Абязова. Благодаря выигранному гранту от Министерства культуры с этой программы коллектив выступил в 13 крупнейших городах Транссибирской магистрали. После возвращения в Казань труппа вновь погрузилась в репетиции. Программа турне войдет в благотворительный проект в поддержку дома Роналда Макдоналда «Слушаем кино». Концерт состоится 4 октября в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ. Гости вечера вспомнят мелодии всеми любимых композиторов Дунаевского, Пьетсолы, Доги, Леграна, украсившие множество кинематографических лент. В этот вечер слушатели станут одновременно и зрителями. На большом экране под инструментальную музыку будут показаны отрывки из известных художественных и анимационных фильмов. По словам Рустема Абязова, достаточно сложным оказался подбор репертуара для концерта, ведь он должен угодить и взрослым, и детям. Я думаю, что мы нашли эту золотую середину. Во-первых, эти фильмы многие и дети, и взрослые видели, но думаю, что, скажем, мультфильм «Три поросенка», который там у нас есть, и с музыкой соответствующей, знаменитый, он будет интересен и взрослым, и детям, потому что взрослые будут вспоминать детство, а дети просто радоваться мультику. Слушатели смогут не только познакомиться с современными работами в сфере киноискусства и услышать высокохудожественное исполнение камерного оркестра, но и сделать доброе дело. Вырученные из концерта средства будут направлены на поддержание работы первой в России бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани. Я с удовольствием приглашаю всех желающих, студентов, казанцев, на концерт, который состоится 4 октября в 6:30 в бывшем Казанском финансово-экономическом институте. Сейчас это уже федеральный университет, но я думаю, что многие еще помнят это здание как КФИ. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.